годами собиравшийся. Что на одном месте там? Вот уже на одном месте ломают третий раз. Третий раз прихожу, уже делаю. А как насчет камер наблюдения? Ну я точно не знаю. Уговорят то, что там лица не видно и не могут поймать. Ну нам так говорят. Жақтығыр ғана сүгей жауып тұрған. 21 жақты. Жөбет. Мұна жауып тұрған тасып ұшақ. Жұмыс жасайылмай әріміз. Жел бар. Осы тасып ұшақ жауып атыр. Міне жігіттер. Мұнандай тасып ұшақ жауып атыр. Аж, аж.
Одан бері қарай. Міне, адамдар үй кешіп жатыр. Су кешіп, міне, көршінің үйіне кіргізіп жатырмыз. Адамдар қайда екен? Не, мама, тебе. Ой, завтра пиздец, куда я вообще кормлю? Наши воспитатели, директор, все здесь стоят, как они детей наших ожидают. Смотрите, на руках носят детей, машины подъезжают к воротам. Вот после дождя у нас вот так вот. Спасибо нашим воспитателям, нашему директору. Молодцы. Туалеттің қасында мына жерде септик болған, соған түсіп кеткен. Суға толып тұр.
мужчина затащил двоих девочек в квартиру, угрожал топором, заставлял там снимать, ему снимать трусы. Вот, мы всем двором в шоке, потому что, ну, все алкоголь. Алкоголь, то есть и к одной соседке в окна он ломился, вот, и как бы угрожает, орет, вот, пьяный вечно. Короче, захожу, мы заходим за Алину, и мы заходим, и он говорит, пойдемте ко мне домой, и я скажу, я не пойду. Она, он был одетый, когда говорил, пойдемте домой ко мне? Нет, он был раздетый. Он нас загнал прям домой в свою квартиру. А он угрожал, почему вы туда зашли? Нет, наоборот, у него там был в комнате топор. И сказал, что у него есть пистолет. Он был без шорты. Он был весь голый, весь. Без трусов. Он тебе просил надеть ему шорты? Да, он меня именно попросил. Бірінші микрофон, радник, обвязка. Жасалып жатыр. Алла бұйырса, қазір насосқа жалғанады. 4 май. Бірінші микрофон, сотый микрофон Марс. Поливочная линия, радник, пенсу. Насосқа жалғанды. Набора жақсы. Заливке дайын. Радниктің суымен. Он үшінші май сағат 11:20. Радниктің суы давлениесі мықты. Екінші микрофон. Үшінші микрофон. Бірінші микрофон.